Национальный авиаперевозчик Азербайджана «Азал» приступил к регулярным рейсам по маршруту Баку-Пекин-Баку. Рейсы из Баку в Пекин и обратно будут выполняться два раза в неделю. На сегодня это самый дальний рейс в географии полетов «Азал». Выступившие на состоявшейся в Пекинском международном аэропорту столичной церемонии по случаю первого рейса по направлению Баку-Пекин, первый заместитель исполнительного директора «Азал» Назим Самедов и исполнительный директор пекинского аэропорта Тан Чуэнджун отметили, что начало авиасообщения между двумя столицами, направленное на удовлетворение растущего спроса на взаимные полеты, внесет вклад в динамично развивающиеся отношения между Азербайджаном и Китаем. Было подчеркнуто, что рейсы Баку-Пекин-Баку будут способствовать развитию туризма между двумя странами и увеличению туристического потока. Сообщается, что в случае повышения спроса планируется также увеличение количества еженедельных полетов. Ожидается, что в будущем «Азал» начнет регулярные рейсы еще в несколько крупных городов Китая.